Картофельное пюре как столовое. Картофель ставлю варить на 15 минут, не солю. После 15 минут я ее солю и ставлю еще варить, оставляю варить еще минут 10-15. Все зависит от сорта картофеля. Далее добавляю масло и обязательно горячее молоко. И все это можно простой, можно как я бить. Это у меня насадка для блендера, специально для картофельного пюре. Посмотрите, какое оно получается воздушное.